Тест на прочность. Осторожно! Ух ты! Зачем вам эта штуковина? Да что? Это же мега-вещь! Сейф называется. Несгораемый, непотопляемый, непробиваемый. В нем можно проводить любые опыты без угрозы для окружающих. Что-то он не выглядит у вас таким уж крепким. Да эта штука крепче всех нас вместе взятых. Гвоздь не в кеды. А сейчас мы тебе докажем. А чего доказывать? Я и так все вижу. Вот так. Сейчас мы покажем тест на прочность. А где малыш? Ты же не хочешь сказать, что он... Свистать всех наверх! Поднять паруса! Краба! Малыш в сейфе! Думаю, нужно попробовать другой метод. Какой? Гвоздь мне в кеды! Он же несгораемый, непотопляемый, непробиваемый! Я говорю про научный метод. Нужно просто подобрать код. Ну, как там продвигается? Долго еще? Не совсем понимаю, как это работает. Но по телевизору все выглядело просто. Ой-ой-ой, мы тонем. Помогите, мы тонем. А у них эти научные методы. Малыш, дружок тебя спасет. Ай! Это они опыты проводят без угрозы для окружающих. Генка, что ты там еще придумал? Это называется решение задачи методом инверсии, то есть наоборот. Если мы не можем вытащить малыша из сейфа, значит, нужно создать ему комфортные условия для контакта с окружающим миром. Просверлим дырочки, малыш будет видеть и дышать. Ты что, хочешь его оставить там? Подумай о плюсах, ведь главное, внутри сейфа малыш всегда будет в безопасности. Нет, нет, ну он же тогда вырастет квадратным. Бабах! Да, малыш, бдыщ! Нам теперь от мамы такой бдыщ будет. Сила удара. Бабах нужен посильнее. Если приложить к сейфу достаточную силу, дверь вытеснит наружу. При этом малыш не пострадает. Теоретически. Сейчас злое чудо-юдо утопит ваш жалкий. Эй, а где мой кораблик? Мой кораблик! Малыш, ты сам выбрался! Гена! Я же говорил, не крепкий он у вас. Вместе веселее.